Добрый день, друзья. Уже многие соскучились по мне. Давно я не выпускал новых роликов. Ну вот, решил я сегодня выступить, записать. Тем у нас сегодня много, и будем подводить некие итоги работы приборов, и в частности, ИКУТ Energy, ИКУТ Звездное Небо. Прибор показывает очень... Приборы показывают очень хорошие результаты, и люди, которые пользуются ими. А сейчас у нас лето и достаточно жарко, и во всех регионах температура иногда зашкаливает за 40 градусов. Вот сейчас я как бы с вами разговариваю, вот у меня на термометре почти 30 градусов. Вот, что я хочу сказать. Пользуюсь ИКУТами каждый день, и в частности ИКУТ Energy. Использую ИКУТ Energy Звездное Небо. Вот он как выглядит. Вот, прибор достаточно просто, простой с виду, но он очень серьезно влияет на состояние человека. То есть даже при высокой температуре, при неблагоприятных для человека условиях, человек очень хорошо адаптируется к возникающим условиям. То есть у меня были как бы эпизоды, когда температура зашкаливала почти до 40 градусов. Вот, и я спокойно мог делать какие-то дела, работать. При этом не было ни перегрева, ни каких-то неприятных моментов. Единственное, что, естественно, было мощное потовыделение и так далее. То есть такие вот моменты были, но ощущала себя достаточно комфортно и хорошо. То есть это прибор, который дает помимо энергии и возможности, расширяет возможность человека именно адаптационного свойства. Потому что вот даже когда мы измеряем биологический возраст, это свойство адаптироваться организму к внешним условиям. Чем оно лучше, это свойство, тем можно говорить о снижении биологического возраста, то есть состоянии клеточной системы. Вот. И как показывают, опять же, эксперименты и с ИКУТом Energy, с ИКУТом Звездное Небо Energy, вот, эту функцию прибор очень хорошо выполняет. И снижение, естественно, происходит снижение еще биологического возраста. Вы будете измерять биологический возраст по количеству воды, например, или по делать какие-то упражнения, то вы получите минус до 15 лет снижение биологического возраста. То есть это говорит о том, что организм, получая новые порции энергии, он становится более жизнеспособным, даже более в таком, скажем так, возрасте, когда когнитивные функции нарушаются, когда идет разбалансировка, то есть идет процесс старения. То есть можно говорить о продлении активного долголетия при пользовании приборами ИКУТ, ну и другими приборами, которые мы предлагаем, в частности, водородную газировку. Вот сейчас, к сожалению, мой коллега перестал его выпускать, то есть в магазине вы ее не купите. Вот, но можно приобрести у меня. Конечно, не в таком варианте, как я вам показываю. Это я показываю, как бы, как она выглядела в продаже, упаковку. Вот, но, значит, функция она свои выполняет. У меня газировка стоит раз в 10 дешевле, чем предлагаются аналоги. И то они не совсем то, что было задумано. То есть люди не разобрались, как это работает. И, в принципе, покупая даже какие-то таблетки, глотая их и так далее, вы не получаете того эффекта, который был заложен именно вот в этот препарат. То есть этот препарат, он помимо того, что он насыщает воду водородом, снижает ОВП воды, то есть те, кто измеряли водородную газировку специальными приборами ОВП метрами, то получали где-то минус 300, минус 400 милливольт. То есть это как бы хорошо подготовленная вода для усвоения организма. Для чего это нужно? Для того, чтобы ваш организм насытился дополнительной водой. То есть вода, она служит как бы транспортной системой. Система, то есть чем больше будет у вас воды, а точнее должно норма быть, то есть не должно быть больше, чем положено, да, то есть норма воды, она позволяет именно выводить токсины.
То есть токсический вот этот вот момент, он очень важен, потому что со временем, с возрастом, вот эта функция, она очень резко уменьшается. И это связано с тем, что организм уже не может перестроить воду, которую мы употребляем, в ту воду, которая находится в межклеточном пространстве. Вот это опять же связано с энергией, с энергетикой. Мы помогаем организму усваивать эту воду. То есть мы снижаем ОВП этой воды, плюс водород, антиоксидант. Плюс, так как здесь идет реакция в объеме, вода какой приобретает такой молочный свойство разбавленного молока. То есть с виду он, этот раствор, как разбавленное молоко. То есть настолько много вот этих микропузырьков водорода содержится в этой воде. Но при этом идет активация воды. То есть это фактически объемный торсионный генератор. Когда идет переходный процесс, образование вот этих пузырьков, схлопывание их, то есть кавитация, то есть переменный процесс. Процесс как некой химической реакции. Вот, когда это происходит, то вы образуете сразу торсионные излучения. И, соответственно, вода приобретает энергию вот этого излучения. То есть она еще дополнительно активируется. Чем интересна вот эта вот газировка водородная? Именно нашего производства. То есть до этого еще мало кто додумался и кто это сделал. Да, есть аналоги, да, вы можете купить их в 10 раз дороже, чем вот этот вот препарат у меня, который продается. Вот, а газировка доходит до... по-моему, то ли 8-9 тысяч за вот такой вот такую упаковку. Вот посмотрите Озон, увидите. Там и какие-то скидки идут периодически, но они незначительные. Вот. Ну и дальше мы пошли дальше в этом плане. То есть помимо того, что вы приобретаете, обладаете вот этим энергетическим насосом, то есть вот ЭКУТ Energy, ЭКУТ просто ЭКУТ, ЭКУТ стандарт. Вот, это устройства, которые качают человека энергию. То есть человек приобретает новые качества. То есть он поднимается по энергетической ступеньке. То есть мы находимся вот на таком, в таком состоянии. При пользовании магическими машинами вы свою энергетику подбрасываете как бы и стабилизируете. То есть в чем смысл? Вот многие хотят увидеть в использовании прибора какие-то вау-эффекты. То есть это резко идет. То есть вот такие вот всплески, они характерны для многих устройств. И на этом строится коммерческая деятельность. То есть прибор помогает. А как он помогает? Вы им начинаете пользоваться, и вам становится очень хорошо. Вдруг, внезапно. Но это состояние, оно проходит очень быстро. Потому что, например, энергоинформационные препараты, они, у них свойство такое, что, они, что организм, он накапливает действие этого препарата. И потом его действие, как бы эффект от него снижается. То есть идет насыщение информации, и в дальнейшем вы ничего не чувствуете. То есть вы чувствуете установление нового равновесия. Соответственно, на этом уровне вы не ощущаете никаких эффектов. Вот, да, вы можете обрести боль, какие-то качества, свойства и так далее, да, то есть лучше соображать там и так далее. Но это для человека незаметно. Заметно тогда, когда что-то резко меняется. Вот мы против таких вау-эффектов работаем. И ЭКУТ, он, с одной стороны, вот мощные приборы, они обладают вау-эффектом. То есть когда вы начинаете пользоваться, вдруг вы получаете на какой-то период вот этот вот эффект разницы между вашим текущим состоянием и тем состоянием, которое вы, на которое вы становитесь. То есть вы поднимаетесь вот на какой-то уровень, но со временем вы привыкаете к этому состоянию. То есть энергетика у вас высокая очень. Вот, но вы уже не ощущаете действие прибора. Вот многие жалуются, вот у меня перестал работать ЭКУТ. А на самом деле он работает. То есть вы поднялись вот на этот уровень, и в нем находитесь. То есть это состояние совершенно иное. И вы это ощущаете. Но вы привыкли там, к каким-то событиям, к каким-то вещам. Да? То есть вы уже это все не... вы не можете идентифицировать разницу. Вот. А для того, чтобы была разница, вы должны производить какие-то действия. Вот если вы хотите в дальнейшем наращивать энергетику с помощью ЭКУТ, то нету смысла покупать мощный прибор, приобретать. Да? Хотя я многим рекомендую, когда у вас очень низкая энергетика и сразу поднялись, вы ощутите это.
То есть вы поймете, что этот прибор работает. Потому что скепсис очень высокий. Вот, и я понимаю, почему. Потому что многие во все эти технологии не верят. Им загадили мозги вот, тем, что такие технологии не работают. Вот, а это совершенно другая физика и другая основа. То есть это основа, связанная с феноменом жизни. Вот, потому что костная материя, да, там действие каких-то слабых полей, оно незначительное. То есть оно не производит изменения состояния этих объектов. Потому что это костная материя, она устоявшаяся, она уже сформировавшаяся для окружающего мира. И для того, чтобы вывести эту материю из состояния костности, нужно потратить огромное количество энергии. Для биологических объектов это совершенно другая картина. То есть мы можем приложить очень маленькое усилие, а эффект будет очень большой. Потому что любая живая материя находится уже в активированном состоянии. Как будто, например, ну, сталь расплавили. И она бурлит, и вот это вот и называется феномен жизни. То есть мы находимся в очень активном состоянии. Наше состояние можно еще поднять. Вот. И уже на этом уровне вы, скажем, получаете больший эффект от каких-то препаратов и так далее, и так далее. То есть когда вы находитесь на низком энергетическом уровне и что-то принимаете, то эффект может быть очень маленький, невыраженный. А вот когда вы еще поднимаете свою энергетику, то вот это бурление, кипение живой материи, оно становится больше. То есть организм становится более восприимчив вот этим к маленьким воздействиям различных устройств. Это вот так работают энергоинформационные препараты. Вот в этом году, уже второй год, я не испытываю симптомов практически аллергии. Да, они появляются там, когда аллерген очень много. То есть такая вот как бы ударная доза, когда ты приходишь, например, в какое-то поле, а у меня аллергия на определенные цветения травы. Есть такая трава Тимофеевка. Вот когда она зацветает, у меня начинаются очень серьезные симптомы. Это называется свиная лихорадка, там, ринит и так далее, и так далее. То есть это аллергическое заболевание, страдаю им давно, уже не одно десятилетие, и при использовании энергоинформационных препаратов у меня вот как бы есть Икут Энерджи и есть специальные препараты, которые сделаны на основе тех лекарств, которые раньше принимал. Второй год я уже практически не испытываю вот этих симптомов аллергии, используя вот эти препараты. Вот. А, да, они работают там какой-то период. Вот у меня аллергия где-то 1-2 месяца. И вот их хватает, их действия, на то, чтобы вот это все купировать. То есть я довожу свое состояние до высокой энергетики и воздействую энергоинформационным препаратом. То есть эффективность здесь возрастает. Вот. И я больше скажу, что вот те новые энергоинформационные препараты, которые мы сейчас начали изготавливать, они уже содержат резонатор в себе. То есть вы повышаете энергетику, плюс идет активное действие вот этого вот лекарственного препарата, начала. То есть мы можем такие устройства создавать, и вы можете избавиться от приема лекарств. Потому что, естественно, у каждого препарата есть побочка. А здесь идет действие за счет резонанса. То есть организм воспринимает этот фактор, вот, и он уже знает, что это такое. То есть определенным образом начинает реагировать на этот препарат и вырабатывает действие. То действие, которое вызывал этот препарат при реальном его приеме. Вот так работают вот эти устройства. Что касается, опять же, достижений, значит, я был тут на даче достаточно долгое время, у нас там плохо с водой, вот, естественно, я использовал новую, то есть раньше я как бы, у меня не было возможности использовать вот эту очистку воды, сейчас я активно стал использовать технологию очистки воды, то есть берется техническая вода, вот, и она приводится в состояние воды высшей категории. То есть вы пьете воду, как будто вы покупаете эту воду в бутылках в магазине. Вот. Причем я за день мог обрабатывать где-то до 120 литров воды. То есть этого достаточно. Вот я один раз как бы поработал, и на несколько дней нам воды хватило. Это и умывание, и мытье посуды, вот, это и готовка и так далее. То есть там можно просто эту воду обработать и уже в ней стирать, все что делать. Там можно, скажем, ограничиться одной стадией обработки. Можно взять 2-3 стадии, тогда на выходе вода уже получается питьевая, то есть вы можете ее пить.
Вот, причем, если вы 3 стадии прошли, то эта вода еще и полезна для вашего организма. То есть она содержит оптимальное количество кальция от 8 до 20 мг на литр. То есть это 3 стадии обработки. Первое, вы обрабатываете, обеззараживаете, переводите все растворимые соединения кальция в нерастворимый вид. Это идет дальше очистка. Потом вы еще дополнительно модифицируете эту воду, доводя до 8-20 мг на литр по кальцию. Вот эту воду употребляете. То есть в любом месте, где бы вы ни оказались, если у вас есть рядом река, пруд, лужа, в крайнем случае, то есть вы можете оттуда брать воду и через пару часов, даже меньше, чем через пару часов, я сейчас сделал мощную установку, она за полчаса мне обрабатывает воду. То есть вы можете получать качественную питьевую воду из любых источников. То есть вам не нужно подвозить воду откуда-то и так далее. Вот это вот и было бы очень интересно для тех людей, которые сейчас на фронте находятся. Я знаю, что там жара, очень плохо людям. И они могли бы из любого источника, какой бы им попался на пути, лужа, где-то какой-то водоем, там, болото, без разницы, где вы эту воду возьмете, вы через час будете иметь воду высшей категории. Качество. То есть вы можете эту воду употреблять. Эта технология есть, вы можете у меня ее приобрести. Приобрести простое оборудование, оно очень дешевое. Вы потратите на это очень мало средств своих. И оно будет вас спасать в любом месте, куда бы вы ни приехали. То есть вам не нужно таскать вот эти баллоны с водой, возить и так далее. Вы берете небольшое количество оборудования можете делать воду в любом месте. Вот, какая бы эта вода ни была, какого бы она качества, с какими примесями, там, с бензинами, там, с этими самыми, с растворителями, все приводится к воде высшей категории. Вот, такая технология разработана, она очень мобильная, очень удобная для всех, вот, и решает раз и навсегда, потому что проблема воды, она актуальна. Вот я эту проблему радикально решил у себя на даче. То есть раньше там приходилось очень много проходить фильтрации этой воды и так далее. То она пахла болотом, потому что у меня болотистая такая местность. И из источника, который я беру, там вот с запахом такой тины. Ну, вы знаете, когда с болота берешь воду. Вот я получал воду без запаха абсолютно. Абсолютно чистую, прозрачную, которую можно употреблять. Кипятить, пить сразу и так далее, и так далее. То есть здесь вы получаете огромное преимущество. То есть вы, во-первых, экономите. Во-вторых, это возможность использовать любой источник воды, какой бы он ни был. Вот это было бы интересно для Индии, для африканских стран, где проблема воды. То есть водоем, а пить нельзя эту воду, потому что там очень много паразитов и так далее. То есть если выпиваешь, ты сразу заболеваешь, они все болеют. Вот. И если эту технологию использовать, то вы всегда будете иметь в любом месте источник чистейшей воды. Это наше изобретение, наша технология. Вот. Вы еще можете эту воду активировать. То есть вы можете получить воду, которая будет, скажем так, способствовать укреплению вашего здоровья. Вы не будете болеть сердечно-сосудистыми заболеваниями и так далее. То есть это все для вас исчезнет. Раз навсегда. То есть в сердце отложение бляшек холестериновых и так далее. Через некоторое время у вас снизится давление и так далее. То есть вы придете в норму, если вы будете использовать вот эту технологию подготовки воды. То есть мы даем людям фактически инновационные разработки, которые позволят им дальше развиваться. Вот. Также вот по воде мы изготовили очень удобный прибор для приграничной воды. То есть вы можете иметь приграничную воду в любом месте. Не нужны специальные условия хранения. Вот эта вода у меня, вот этот флакон у меня стоит на столе. То есть я использую его вот таким вот образом. Вот, то есть это зуевская разработка. Приграничная вода, то есть вся вода, которая идет отсюда, она имеет приграничные свойства. То есть вы можете продлевать свою жизнь. То есть они проводили исследования, у них по мышам в 2,5 раза увеличилась продолжительность жизни. Вот, причем онкологические мыши там и так далее, то есть у всех у них увеличилась продолжительность жизни благодаря вот, использованию вот таких устройств. Это называется прибор для приграничной воды. Вообще мы создали
огромное количество устройств, которые позволят человеку, во-первых, правильно строить свою жизнь. То есть эта жизнь будет осмысленной и осознанной. Эта жизнь будет прогнозируемой. То есть вы можете спланировать какое-то событие, оно произойдет благодаря устройствам, которые мы распространяем. То есть это усилители мысли и так далее, и так далее. Это звучит сейчас очень необычно, но с точки зрения физического мира, который намного богаче, чем мы его представляем, это нормальные реальные процессы. То есть на уровне квантовой физики эти все процессы уже давно явления, давно уже подтверждены. Мы переносим это просто на макроуровень, то есть на уровень больших объектов. Вот. И это все работает. Это есть огромное количество научных разработок и так далее. То есть мы не подтверждаем и не делаем научную работу. Эту научную работу уже сделали до нас. Мы делаем практические изделия для людей, потому что проблема в том, что все это осталось на уровне лабораторий. Торсионные генераторы, различные усилители и так далее, и так далее. Это все скрывается, это все не распространяется. Вот попробуйте где-то купить торсионный генератор. Вы его нигде не приобретете, ни у кого. Никто этот генератор вам не продаст. Мы же предлагаем широкий спектр именно торсионных генераторов. То есть вы можете купить, приобрести, работать с ними, экспериментировать и так далее, и так далее. То есть мы выходим в люди, мы даем людям вот эти машинки, которые позволят человечеству развиваться. То есть мы говорим сейчас о цивилизации, которая будет следом за нашей вот этой вот технократической цивилизацией. Вот еще одно устройство, это диск ОВП. Вот диск нашей разработки, то есть вы такое нигде, изделие нигде не найдете. То есть и в виде диска, и в виде вот такого вот устройства, состоящего из двух компонентов, даже трех, вот еще есть цепочка удобная для того, чтобы это самое. Это для обработки воды. Вот я, видите, он такой вот немножко желтоватенький, да, есть в хороших упаковочках. То есть вы приобретаете в эбонитовом футляре вот это устройство. Вот внутри там лежит вот такой диск. Вот, эбонитовое вот это устройство можно использовать как массажер. При соприкосновении трения кожу идет образование электрического отрицательного заряда на поверхности. И вы можете какие-то проблемные места, там активные точки массировать. Это известная, в общем-то, разработка. Опять же, мы здесь не повторяем эксперименты. Мы руководствуемся научными разработками, подтвердившими эффект. И мы используем те разработки и делаем практические устройства. Если вы хотите это испытывать в своих лабораториях, приобретайте, испытывайте, мне дайте обратную связь. Потому что у нас нет возможности, мы реализуем эти приборы, во-первых, по такой стоимости, которая не позволяет развернуть активную научную деятельность. Вот. Это сделано для того, чтобы широкие массы населения эти приборы смогли приобрести. Если мы будем делать большую наценку на эти устройства, то есть еще закладывать некий фактор на научные разработки, хотя научные разработки мы ведем на самом деле, несмотря на то, что средств у нас практически нет на эти все вещи. То есть идут разработки новых изделий и так далее, и так далее. То есть мы изучаем научный базис, то есть то, что было наработано и то, что было испытано. И используем из этих научных работ вот эти те моменты, которые можно превратить в практические изделия. И дать это людям. Вот то, что мы сделаем. Делаем. Вот такой диск ОВП, обработка воды. То есть вы или горячую воду, вот я использую для горячей воды. Можно делать для холодной воды. То есть вы его окунаете. Вот таким вот образом в чашечке перемещаете. Вот, и получаете, соответственно, воду со сниженным ОВП, то есть он уходит в отрицательную область, соответственно, эта вода уже усваивается. Представляете, горячий чай минус 300, минус 400 милливольт вы получаете. То есть этот чай, отвар какой-то, трав и так далее, он настолько хорошо усваивается организмом, он вот это действие активируется. Но я вам скажу, что разработана технология холодной экстракции. То есть у нас есть возможность приготавливать холодный, когда все активные элементы переходят в раствор. То есть вы пьете этот экстракт, и действие усиливается за счет того, что не разрушаются очень такие вот соединения, которые при температурах выше 40 градусов уже подвергаются деструкции.
То есть они разрушаются и теряют свою активность. Вот вы берете корни, траву и так далее, подготавливаете эту траву определенным образом, помещаете в реактор, и при комнатной температуре, даже ниже, вы получаете экстракты трав. Вот, вы можете их разливать там, можете их обеззараживать, то есть они будут у вас храниться годами, вот с ними ничего не произойдет. Поставив холодильник, произведя обработку определенную, вы экстракты можете периодически употреблять. Вот, то есть они не теряют свою активность. То есть помимо того, что они активируются, вода, то есть это экстракты, приготовленные в когерентной воде, в активированной воде. То есть за счет того, что там идет определенный процесс, вода становится активной, плюс она обретает целебные свойства за счет экстракции из целебной травы. То есть представляете, да, какой уровень разработки я вам предлагаю. То есть это совершенно новый взгляд на лечение и так далее. То есть это новая медицина, новое состояние человека и так далее. То есть мы движемся вот в ту цивилизацию, и мы сегодня поговорим об этой цивилизации. Это очень интересный момент. Мы продумываем, как она будет выглядеть. Во-первых, так как климат у нас сейчас меняется, видите, какая жара и так далее, вполне возможно, что человечество начнет уходить под землю. Не пугайтесь, это не какие-то мрачные пещеры. Мы уже много знаем, что есть, например, в больших городах подземные торговые центры и так далее, и так далее. А почему бы не делать квартиры и не продавать их людям именно в подземных каких-то, ну скажем так, в каких-то подземных пещерах. То есть строить дома, но строить дома не в высоту, а вглубь. То есть туда, в недра земли. Во-первых, там можно всегда круглый год поддерживать стабильную температуру. Например, если хотите жить при температуре 20-25 градусов, вот, зимой, летом, вы будете ходить по улицам, вы будете заходить в магазине, но у вас будет всегда стабильная температура. У вас не будет вот этого вот качания температурного режима. Потому что, например, в Африке, в Индии, там очень неблагоприятный для человека климат. Но если мы уйдем вглубь земли и будем строить города именно в глубину, вот, мы получим, во-первых, максимально полезный и для организма человека климат. То есть у нас жизнь сразу начинает продлеваться. То есть можно, например, понизив температуру, известно, что на юге человек стареет быстрее, потому что идут больше процессов и так далее. Если мы начинаем охлаждаться, то у нас сразу вот эти все процессы старения, они замедляются, и это известно. И если мы будем идти в глубину, то есть строить города, а на поверхности будут сады, леса, то есть мы не будем трогать природу, мы не будем ее разрушать, мы не будем заполнять пространство нашими городами, потому что, вы знаете, в центре города в жару заходиться нельзя. Это раскаленный асфальт, раскаленные стены домов. То есть человек чувствует себя некомфортно, ему нужно тратить огромную энергию на охлаждение и так далее. Под землей это естественный процесс. Там стабильная температура, которая обеспечивается окружающей землей, которая окружает эти самые. Там даже не нужно охлаждать дополнительно. Вот если вы спускаетесь в какой-то погреб, вы чувствуете, что там прохлада. И вот, в принципе, мое видение дальнейшего существования человечества – это уход в землю. И многим известно, что действительно в прошлой цивилизации они уходили под землю. Есть огромные пещеры, какие-то пространства и так далее. Они сейчас пустые, потому что цивилизация пошла дальше, она развилась до духовных и до полевых форм, и ей уже не нужна земля. То есть это биологическая стадия развития цивилизации, когда мы выходим в другие формы существования. То есть вот тогда жизнь становится вечной. Потому что мы переходим в полевую форму существования человечества. Вот. Но до этого еще далеко. Вот. Но нам нужно построить именно ту цивилизацию, которая бы обеспечивала экологию вокруг нас. То есть представьте себе маленький кусочек земли, и вы можете внутрь, туда, в глубину, строить хоть 15 этажей. Вам никто слова не скажет. Это ваша земля. Вот внутри все недра, они, в принципе, могут принадлежать человеку, каждому. То есть когда вы роете вниз, вот, можете 3, 4, 5, 6, 7, 8, хоть 10 этажей построить. А у вас на поверхности будет небольшой вход.
Может даже какой-то типа колодцевого плана. А вокруг у вас земля будет ваша. Вы можете там сеять, выращивать пшеницу, то есть заниматься сельским хозяйством на всей территории. То есть не идет уменьшение посевных площадей. Да? То есть города, они захватывают огромные пространства. Они землю фактически выводят из оборота. То есть она становится мертвой землей. Кроме асфальта, кроме машин там ничего нет. Также можно строить и метро. То есть у человечества много задач, когда, например, между городами могут быть трассы под землей. То есть вы строите под землей, вы не... Линии электропередач, мы работаем над однопроводной линией электропередач. То есть это электричество безопасное для человека. То есть электричество, которое не будет убивать человека, которое будет эффективно. Я больше скажу, что оно будет улучшать здоровье человека. Вот сейчас, когда я здесь сижу, здесь огромное количество проводов вокруг меня. Вот если я вам покажу органатор, вот, то вы увидите вот эту вот вредный спектр, который до 1 кГц мы всегда имеем в любом жилище. То есть то электричество, которое у нас имеется в проводах, оно очень вредное, оно влияет на здоровье человека. Вот почему сейчас очень много онкологических больных и так далее, и так далее. Почему мы болеем, почему эпидемии нас охватывают, и мы не можем с ними справиться. Человек ослаблен. На человека действуют вот эти факторы электромагнитного смога, так называемого. Вот от этого всего можно избавиться, используя именно высокочастотную энергию определенного спектра. Когда дело в том, что работает скин-эффект, то есть эта энергия, она не проникает вглубь человека. То есть при использовании и защитных устройств, а ее очень легко экранировать, она не проходит через экраны. Вот эту энергию можно использовать и передавать, во-первых, эффективно на большие расстояния под землей. То есть все должно быть под землей. И человечество должно, и солнечную энергию можно туда передавать по специальным волноводам. Сейчас эти технологии есть, оптоволоконные волноводы, когда вы делаете небольшую линзу на поверхности земли, небольшую, в небольшом здании, да, выходе, так называемом. И вот через этот волновод вы можете получать внизу, под землей, фактически эффект солнца. Это можно сделать. То есть специально можно даже ее усиливать, строить небольшие устройства, которые будут фокусировать на волноводе эту энергию, и в дальнейшем вы можете ее распределять по очень большим расстояниям. То есть от волновода будут идти дополнительно какие-то ответвления, и в каждом жилище будет солнышко. Вот. Причем солнце можно передавать из любого места. То есть вы даже ночью, например, если вы хотите иметь вот такой день, да, а не такой, то есть вы можете выбирать свои сутки. То есть каждый человек может выбирать свои сутки. Он просто как бы корректирует. То есть наоборот, я хочу, например, сейчас ночью бодрствовать, а днем спать. Вот. Я создаю себе такие условия искусственные дома. Вот. И я перестраиваюсь. То есть каждый живет... То есть, фактически человечество будет работать круглые сутки. То есть часть человечества будет работать по одним часам, часть по другим часам. И мы будем иметь максимальную эффективность от использования человеческого ресурса. То есть у нас жизнедеятельность будет протекать круглые сутки. У нас не будет вот этих вот проблем, например, с распределением энергии. Вот, потому что сейчас электростанции ночью, да, когда на поверхности Земли наступает ночь, все ложатся спать и спят. Вот. А в это время часть человечества, часть людей, которые в принципе можно найти, а их много сейчас, они будут в это время работать. Для них это будет день. Вот. А для других это будет ночь. То есть ты четко меняешь, ты можешь перестраиваться. То есть, например, захочешь поменять, например, день с ночью. Вот, ты потихонечку перестраиваешься и, соответственно, живешь уже в другом режиме. Вот, и причем не надо, вот большая ошибка, вот раньше не было такого четкого разделения бодрствования человека на день и ночь. Это пришло к нам совершенно недавно. Раньше вот как было? Крестьянин трудится, какое-то время поработал, например, в утренние часы, да, летом жарко. Утренние часы, он днем спит. А ночью, где-то вот какой-то период, он встает и работает. И под утро засыпает. То есть это несколько стадий было. Уснул, то есть это естественное состояние человека. Он не должен, например, разделять на дневное время, когда он бодрствует по 8 часов. Вы знаете, как вы устаете, да, в процессе.
Вот. А наоборот, то есть он выбирает время, когда он, у него биологическая вот эта активность совпадает, то есть он должен работать тогда, когда у него идет увеличение биологической активности. А когда спад, он должен отдыхать. То есть это естественное состояние человека. Вот если мы в эти биологические моменты войдем, то и жизнь, она продлится. То есть мы сейчас живем в очень искусственные, для, созданные для сами себе создали проблемы. То есть мы согласуем наш природный биоцикл с нашей деятельностью в социальной среде. И тогда получается нормально. То есть под землей это можно обеспечить. То есть это свобода выбора человеком времени суток. Вот это, вы можете работать больше. То есть вы можете, например, сделать сутки не 24 часа, а 27 или 28, и ложиться спать, например, там на какое-то время. То есть у вас совершенно изменится распорядок дня и время как таковое. То есть время будет совершенно другим, абсолютно. И вы будете сами его планировать, сами для себя выбирать. Вот когда человек это сделает для себя, вот его продолжительность жизни, то есть он войдет в естественное состояние свое. Потому что очень важно, именно мы двигаемся туда, в том направлении. Вот, техномагическая цивилизация, она именно такая. То есть мы пользуемся энергетикой, так как энергетики нам не хватает, а дел у нас очень много. Если мы бы жили просто в природной среде и не имели такой гипертрофированный мозг, нам бы вот этого всего хватало, энергетики. Вот. Но нам этой энергетики не хватает. Вот почему нужны икуты, нужны магические машины. Для того, что мало того, что идет давление социальной среды, все время технический прогресс требует большего выполнения работ, интенсивности работ, быстрое внимание, быстрое решение и так далее, и так далее. То есть перегружается психика, люди сходят с ума, люди выходят из социальной среды, люди не могут уже существовать в этом темпе. Вот если вы из деревни приедете в большой город, вы это почувствуете. Через пару часов из вас уже, вы уже ничего не сможете делать. Люди, которые адаптируются к этой среде, да, во-первых, они имеют очень мощную психологическую нагрузку и страдают от психозов, от депрессий и так далее. Нарушаются биологические циклы и все прочее, прочее. Вот если мы уйдем под землю, то там все будет по-другому. То есть мы стабилизируем, во-первых, климат. Вот, нам уже не важно будут, какие условия на поверхности Земли. Сейчас меняется природа, сейчас меняется климат. Сейчас наступает, скажем так, мы от похолодания идем к потеплению климата. Вот температура будет все время повышаться. И через некоторое время мы не сможем жить в этих условиях. Вот те люди, которые живут на экваторе, они просто будут вымирать. Вот, но если мы уйдем под землю, мы сохранимся, то есть мы останемся. Вот там внутри. То есть этим нужно заниматься. Именно начинать нужно не только с построения торговых центров, производств, места проживания людей и так далее. То есть да, вот дан тебе участок, и ты начинаешь рыть вглубь. Ты туда уходишь метров на 60, на 80, даже на 100. И создаешь себе уровни. Там на одном уровне у тебя бассейн, на другом уровне ты спишь, третий уровень у тебя кухня, четвертый уровень у тебя солярий, потому что у тебя будет за счет вот этих вот светопроводящих волокон, вот, оптоволоконных кабелей свет продавать, и чем ты его можешь регулировать. У тебя не будет вот нагрева от как бы, вот твоего жилища, да, то есть ты подкрутил чуть-чуть, взял то состояние, которое тебе комфортно. Освещение, то есть это будет естественное солнечное освещение. Вот, да, оно будет передаваться по оптоволоконным кабелям и так далее. То есть оптоволоконная промышленность должна очень сильно развиться. Вот, для того, чтобы делать вот эти вот передающие устройства. И уходим под землю. Делаем трассы под землей. То есть вот эта вся инфраструктура машинная, она вся уходит. Более того, там можно сделать автоматизированный транспорт. Там четко можно проложить под как бы полотном именно то как бы устройство, которое будет подзаряжать машину. То есть вы едете и используете, сейчас уже есть искусственный интеллект, и там это все упрощается намного. То есть есть туннель, как метро, и по нему едут там. То есть вы выходите,
какие-то боковые ответвления от вашего жилища. То есть каждому жилищу будет, или там, скажем так, каждому микрорайону, который будет под землей, проложены будут определенные трассы. Сейчас это хаотично. Тут дорожка, там дорожка, тут тропинка и черти знает чего. Там четко можно из пункта А приехать в пункт Б, используя роботизированные системы. Сейчас они уже разработаны. И там легче это будет построить, потому что есть некий туннель, который можно оснастить датчиками, и в самой машине этих датчиков нужно будет меньше использовать, лидаров и так далее. Не будет вот тех вот дополнительных факторов. То есть мы модель сузим до очень небольшого количества переменных параметров. То есть у нас там будет очень мало эффектов внешней среды. И тогда автоматизированные системы можно создать достаточно легко, и они будут очень дешевыми. То есть каждый человек садится в свой автомобиль, набивает программу на навигаторе, вот, а это будет навигатор другого, то есть вы не будете пользоваться приличными навигаторами, потому что под землей это будет совершенно другая система связи. Вот, мы сейчас продумываем эту систему, будем ее разрабатывать и внедрять. Это система, которая предусматривает регистрацию торсионных полей. То есть вся связь будет безопасна для человека. То есть вы можете по телефону говорить хоть сутками, ничего с вами не будет, потому что это будет торсионная связь. Вот. И очень слабая, она проникает через горные породы, через водные преграды и так далее. То есть вот такую систему мы должны создать. То есть цивилизация должна уйти под землю. Вот. А на поверхности земли будет сад. Вы можете, скажем так, загорать на морском берегу, купаться, и везде будет дикая природа. Дикая природа, ну, естественно, оккультуренная каким-то образом, там будут выращиваться сельскохозяйственные культуры и так далее. То есть вся земля, она будет давать человеку еду, потому что сейчас отчуждение земли большое на дороге, на линии электропередач и так далее, и так далее. То есть вот это все занимает огромные площади, которые можно использовать, например, для выращивания сельскохозяйственных культур. Их огромное количество можно сделать. Можно сделать террасное земледелие, когда вы, например, вместо небоскребов строите на небольшой площади террасы, где выращиваете культуры. То есть это, во-первых, вам не нужны большие площади, то есть на маленькой площади, в небоскребом, у небоскреба, то есть города будут сельскохозяйственными предприятиями. И там же вот в нижних этажах будет это все перерабатываться, упаковываться, доставляться людям под землю, а люди будут жить в комфортных условиях. Это будет такая же жизнь абсолютно. Вы не заметите этого. Но климат будет четко для человека. От 20 до 20. Хотите поменьше сделать? Раз, подкручиваете, и можно, например, 20-22 градуса. Комфортно, это будет круглогодично. Там ни зима, ни заносы снежа. Сколько тратится времени и энергии на того, чтобы прочистить дороги, да? Заносит снегом, льются дожди, вот сейчас затопление идет, погибают люди, рушатся деревья и так далее. Да, прошел ураган, но это никак не сказалось на подземных жителей. Вышли, убрали завалы, бригады, вот, посадили новые деревья и ушли под землю. И живут все покойно. Вышли, погуляли, земля будет представлять собой один цветущий сад. Люди будут выходить и отдыхать на лоне природы, наблюдать красивые виды и так далее, закатов. То есть это не говорит о том, что люди не будут выходить на поверхность. Хочешь экстремального, да, там лето, например, жарко, вышел, и какое-то время будут на поверхности, скажем, какие-то санатории, базы отдыха, но это не вся земля. Это не нужно строить вот этих промышленных предприятий и так далее. Тем более под землей легче это все очищать. То есть фильтры и так далее будут чистить всю атмосферу. То есть тоннели будут обязательно оснащены кондиционированием и так далее. Там будет только электротранспорт. То есть там ничего не будет на нефтяных вот этих вот веществах. Все это будет на поверхности перерабатываться, создаваться электроэнергией. И мы все эти площади можем, например, заполнить теми же солнечными батареями, ветрогенераторами и так далее, и так далее. То есть мы вот эту зеленую энергетику разовьем. И под землей меньше нужно энергии для существования человечества. Там можно поддерживать. Вот смотрите, мы на отопление тратим огромный ресурс.
печки топим и так далее. Как только наступает зимний период, да, огромные города потребляют колоссальное количество электроэнергии на отопление. Вот эти здания и так далее нужно протапливать. Это тысячи и десятки тысяч квадратных метров. Под землей там стабильная температура. Там не нужно ничего как бы поддерживать, затрачивая большие. То есть потребность в больших электростанциях сразу отпадет. То есть не нужно будет строить. То есть тоже электростанция будет экономичной под землей. Потому что на высокой частоте мы можем передавать до 93% электроэнергии, которую будем производить. Эта энергия будет равномерно тратиться в течение дня. То есть не нужно там строить какие-то устройства для запасания и так далее. То есть электростанции будут работать всегда в оптимальном режиме. Вот, энергия вся будет атомная. То есть сейчас есть технологии замкнутого цикла. Урановых материалов очень много, их хватит на тысячелетия. То есть мы откажемся от сжигания нефти, от гидроэлектростанций и так далее, и так далее. То есть нам это все будет не нужно. Мы будем очень серьезно экономить энергию, именно погрузившись под землю. Там можно строить комфортабельно. И самое главное, что выбирая определенные районы, да, то есть человечество не будет селиться в сейсмонеустойчивых областях. И то под землей можно обеспечить хорошую сейсмоустойчивость. То есть, несмотря на то, что земля будет трястись, разрушения будут минимальны именно под землей. Там можно использовать технологии демпферов, так называемых. То есть, жилище будет строиться не просто прикрепленное к породе, а в неком капсуле. То есть, вот этот капсульный вариант, он позволит демпфировать. То есть, когда даже будет очень сильное землетрясение, вы просто зайдете в дом и будете пережидать, пока это все протрясется. Вот. Это также можно строить и трассы, и так далее, и так далее. То есть, там не будет разрушений. Вот если вы посмотрите древние пещеры, они все стоят. Там ничего не случается тысячелетиями. Стабильный климат. Можете использовать там сады, создавать и так далее. То есть, опять же, вот из как бы с поверхности, передавая через оптоволоконные системы свет. То есть их можно распределять, даже небольшое количество оптоволокна, сконцентрированный свет специальными устройствами, это можно сделать. Он будет передаваться, распределяться, и там огромные площади можно сделать освещенными, как будто это светит солнце. Огромные лампы, солнечный, и причем солнечный свет, это не будет искусственный свет, который будет распространяться из ламп каких-то. Это будет полноценный спектр, который нужен человеку. Вот такое вот видится будущее, и над этим надо заниматься. То есть мы очень неоптимально живем сейчас на Земле. То есть мы фактически создаем себе неблагоприятные условия для жизни все время. Продвигаясь дальше, мы это делаем. То есть и человек изменится внутри. В земле. То есть земля, она очень полезна для человека. Она концентрирует вот те полезные излучения, которые через нее проходят. Вот. И поэтому можно делать и эффекты пирамид, и все что угодно. Создавать именно под землей. Вот. Соответственно, и изменится отношение человека к окружающему миру. Отношение к людям и так далее. То есть под землей мы как бы замкнуты. Мы находимся в очень. То есть нам, грубо говоря, некуда бежать. И вот этот климат внутри, да, будет создавать условия, что человек будет и к нему адаптироваться. То есть те люди, которые не захотят жить, как живут большинство, то есть помогая друг другу и так далее, они просто будут выдавливаться, генетически уходить эти линии. То есть агрессивность человека уменьшится. Вот. Ну и плюс, естественно, я ратую за то, чтобы не убивать животных. То есть не заниматься животноводством. Вот. Животноводством можно заниматься только в плане производства молочной продукции. Вот то, что такое. То есть надо человечеству, естественно, отказаться от мясной пищи. Вот я достаточно долго живу без мясной пищи и чувствую себя прекрасно. Полон сил, энергии и так далее. Мало болею. Вот. Ну, естественно, используюсь и кутом. Вот. И это является путем, который позволит накормить огромные массы населения на Земле. То есть мы получим возможность огромного источника сельхозпродукции, потому что при производстве мяса у нас затраты огромные. То есть это очень неэффективный метод и способ производства продуктов питания.
То есть, если мы остановимся на растительной стадии, а там можно извлекать и белок, и так далее. То есть, если вы хотите мясо, то можно его сделать, например, из белка. Как это делают сейчас. То есть, принтер напечатает вам хороший стейк, который вы поджарите, и который не будет отличим от реального стейка, который получен из, например, из убитого животного. Потому что я против убийства живых существ. То есть мы должны идти в направлении гармонии с окружающим миром, но в то же время развивать технологии и технику. Вот техника и технологии под землей у нас разовьются в большей степени, потому что мы будем эффективно работать. Вот сейчас вот я уже 30 градусов у меня сейчас на термометре. Вот как можно в этих условиях эффективно работать? Все в расслабленном состоянии, огромное количество ошибок совершают. Вот я сегодня ездил по трассам и видел, как люди дуреют от жары. Несмотря на то, что у людей там в этом самом, в машинах кондиционеры подрезают, много шашечников и так далее, и так далее. То есть создают вот эти условия и гибели от дорожно-транспортных происшествий огромного. Под землей этого все можно избежать. То есть там четко будет ходить транспорт, перемещаться и так далее. То есть вы получите упорядоченность движения технических средств. Технические средства не будут убивать людей. Вот. Электроэнергия будет безопасной. Вот. Техника будет безопасной, роботизированной. Вот, то есть человек будет заниматься творческой деятельностью, он будет выращивать сады, он будет заниматься художественными искусствами, развивать науку, думать о полетах к звездам и так далее. И мы создадим условия, которые бы позволили нам перемещаться в межзвездном пространстве. То есть жизнь под землей сформирует человека, который способен в замкнутом пространстве достаточно долгое время существовать друг с другом. То есть мы, замыкая себя в узких рамках, создаем новую цивилизацию. Цивилизацию любви. То есть тогда, когда вот эти свойства, хорошие свойства человека, будут конкурентным преимуществом. То есть мы будем выживать именно те особи, если так грубо можно выразиться про человека, те, которые действительно способны адаптироваться. То есть адаптационный фактор, он должен распространяться и на социальную среду. Как бы нам бы это не хотелось. Вот мы хотим то делать, мы хотим это, и вообще мы на вас всех плюем. И нам похер, как вообще все остальное существует. Вот этого не должно быть. То есть очень важно именно сформировать человека социального. Тот того человека, который будет жить в гармонии и не только с окружающей средой, но и с окружающими его людьми. Это тоже его окружающая среда. Вот это вот прописано в манифесте, в книгах, которые я говорю. То есть вы формируете человека нового типа, гомо-сапиенса, который будет прежде всего руководствоваться принципами гуманности и гуманизма. То есть не будет убийства людей. Войну под землей очень сложно вести. Если мы здесь на поверхности имеем какие-то пространства, где можно передвигать военную технику, под землей все это будет, скажем так, невозможно, потому что техники как таковой военной там не будет. В замкнутых пространствах очень тяжело воевать, и вы не сможете там захватывать туннели и так далее, и так далее. Это будет общее для всего человечества. То есть мы сформируем новое человечество именно под землей. Вот это вот мое такое вот ясное видение. В этом случае мы сможем сохранить свою жизнь на Земле, приумножить ее и сохранить ту биосферу. Она восстановится со временем, когда человек уйдет с поверхности Земли, она восстановится и будет поддерживать нашу жизнь под землей. Вот мы не будем, мы будем очень гуманно относиться к животным, к размножению, то есть и насекомые, и звери, и прочее-прочее будут существовать в своей естественной среде на поверхности Земли, и мы на это будем влиять как наблюдатели. Мы будем развивать их, мы будем поддерживать какие-то биоценозы и так далее, и так далее. Мы будем изучать, ведь человек еще мало знает о природе. Океаны, например, не исследованы. Можно делать подводные города создавать и так далее. То есть уходить и вглубь океанов. Вот, там тоже стабильная температура и так далее. То есть у нас есть возможность сохранить человечество, именно используя недра Земли. Океаны, моря и так далее. То есть строить подводные города со стабильной температурой. Человеку нужна стабильная среда.
для того, чтобы он максимально раскрыл свои возможности, свои когнитивные функции, потому что внешняя среда сейчас очень сильно начала влиять на человека, мы это видим. Бураны там и так далее, и так далее. То есть в Москве в этом году как что-то страшное творится, по всему миру что-то страшное творится, бури, смерчи, наводнения, землетрясения и прочие-прочие все вещи. Разрушение целых городов. Вот представьте, разрушился город, его нужно восстанавливать. Под землей этого не произойдет. Он будет защищен от этих вот сейсмических ударов. Потому что сейсмический удар, он идет по поверхности земли. Если вы углубитесь туда внутрь, там уже перемещение масс будет меньше, чем на земле. То есть вот эта волна, она идет кверху. И там вот уже вот эти трясения, разрушения и прочие все вещи, они происходят. Вот, под землю можно будет заселить большее количество людей. То есть мы можем расширяться, рыть новые города и так далее, и так далее. То есть это все будет под землей. Будет это все основано на мощных материалах. То есть материаловедческая часть, она будет очень серьезно развиваться. Вот, под землей. То есть новые материалы получатся, сейсмически устойчивые, новые демпферы и так далее. То есть человечество получит новый скачок. Так как оно будет работать 24 часа в сутки, я объяснил почему, что каждый человек будет выбирать свой цикл. Сейчас мы не можем это делать. У нас вот солнышко светит за окном, да, и как вы ночью будете работать? Вам будет клонить ко сну, а вот там биологические часы можно настроить под себя. То есть каждый человек, вот в любой, там, вот в соседней квартире может человек жить, у которого, который ночью бодрствует, а днем спит. Вот. И мы, а я наоборот, то есть я смотрю, подвожу часы, как мне нужно, вот, и организую свое это самое. Это будет все учитываться в системе, в общей системе. То есть каждый будет в своем времени жить. Например, человек, приехавший из другого континента, вот, он может выбрать свое время. Представляете? То есть сдвинуть его не обязательно, там, например, в 0 часов должно у всех быть 0 часов. Это может быть, например, 5 часов у него, да, то есть он сдвигает сразу, то есть он выбирает свой цикл жизни. Представляете, это новая свобода человека. То есть он подстраивается под свои биологические часы. Вот таким вот образом каждый. Ну, естественно, это все будет учитываться в общей системе компьютерной. Вот компьютерная система, мощный интеллект и искусственный интеллект будет помогать человеку развиваться. Вот, каждое устройство будет магической машиной. То есть эта машина, вот, взяв, например, средство перемещения, вы садитесь туда, и окружающие материалы начинают подкачивать вас энергию. То есть вы все время энергичны, вы долго живете, вы живете в стабильной ситуации, в стабильной температуре. Вот если вы выровняете, например, у вас будет стабильно 20 градусов круглогодично, вы проживете очень много, то есть вы корректируете вот эти вот биологические часы свои и можете растягивать их. Вот, можете делать сутки, например, не 24 часа, а 15 часов, тогда вы проживете дольше. Это еще очень всем непонятно, то есть здесь открывается настолько мощная перспектива, это просто фантастический мир, который может человек спокойно построить, ну, скажем так, за десятилетия. Если сейчас начинать вот эти идеи продвигать, да, уходить в землю, вот, мы совершенно начинаем другой этап своего развития. Я объяснил, почему. Вот, потому что на поверхности мы никогда этого не достигнем. Не достигнем разумности человека и так далее. Мы все время будем иметь животными. Потому что мы находимся в неоптимальной среде. Как только вы стабилизируете среду, я объясню почему. Вот есть такие Канарские острова. Вот там, я не помню, как назывался народ, очень интересный народ. Чем интересны Канарские острова? Там стабильный климат. Вот. И вот эти вот люди, это вот если кто смотрел «Аватар» фильм, вот там сформировалась вот эта цивилизация, которая уже обладала и сверхспособностями и так далее. Вот, она была уничтожена испанцами, потому что у них не было оружия, они не, как бы, не воевали ни с кем, они жили в мире и согласии. Вот, у них была стабильная температура, там не было климатических зон, вот это вот переходных периодов, когда вы все время адаптируетесь к внешней среде. Представляете, какую вы энергию тратите для того, чтобы адаптироваться? Вам нужно носить одежду, вы медленно перемещаетесь, вы тратите силы на расчистку дорог и так далее, трасс. Столько усилий идет впустую. Если вы стабилизируете климат,
вот, и будете жить в стабильной атмосфере, вы совершенно по-другому начнете мыслить. У вас не будет вот этих вот перепадов. Осенний, зимний сезон. Да, хотите осень, поднимайтесь на поверхность и наслаждайтесь природой, когда там листопад идет и так далее. Вот, все это будет. Вот, эта цивилизация именно следует, как бы я ее называю техномагической или технобиологической цивилизацией человечества, в которую мы должны прийти. Вот это новое, совершенно неизведанное как бы пространство, которое мы должны освоить. Вот. И под землей жизнь хватит всем, то есть не нужны территории. Там территории можно каждый раз осваивать туда-вниз. Уходя вниз, дальше и дальше, в глубину, вы можете осваивать каждый раз те же территории. То есть туда можно переселить и 100 миллиардов, и 220 миллиардов, и 300 миллиардов людей. И всем хватит, то есть представляете, поверхность Земли можно транслировать много-много-много раз. Вот даже уйдя там на 10 километров вглубь, вы каждый раз получаете огромные площади для освоения. Земли хватит всем, будут большие нетесные жилища, будете выращивать там огороды, сады, все там будет под землей находиться. И все время человечество может размножаться. Нам нужно огромное количество населения для того, чтобы производить новые технические устройства, создавать новых ученых, потому что только из массы, из большой массовой среды можно делегировать вот эти вот 5-10%. Вот многие говорят, там все решают там, 10% населения. Но извините, 90% вы тоже должны иметь. Из этих 90 эти 10 и получились. Если вы будете только 10 иметь, из них получится-то тоже 1%. Вот из этих 10%, да, то есть остальные, как говорится, мы выбрасываем, да, вот многие говорят, давайте уничтожим там, нафиг они нужны, это масса, это произойдет катаклизм сейчас, вот в результате апокалипсиса все погибнут, а мы такие красивые и умные выживем. Ребята, вы не выживете в этих условиях, вы погибнете, потому что вы потеряете максимум населения, которые дадут вам ресурсы для развития, вы не будете развиваться. Через некоторое время у вас будет палка-копалка, вы будете лазить по деревьям и защищаться от внешних условий. Вот это тупиковый путь. Вот те же элиты, которые стремятся к сокращению населения на Земле, они обречены все на гибель, они не выживут. Они будут примитивными народами и племенами, которые будут жить на Земле, которые все потеряют. Достижение технического прогресса, это все временное, это все нужно поддерживать. Это все, всем этим нужно постоянно заниматься. Туда нужны ресурсы, туда нужны научные кадры. Очень мало великих ученых. Но если вы не имеете миллиарда людей, эти ученые не родятся. Их не будет просто. Вы не найдете их. Потому что там 1-2 человека на 1 миллиард, вот считайте, это гениальный ученый. Где вы найдете это? А у вас будет там, например, 14 миллионов. К примеру, если все остальные погибнут в результате апокалипсиса. И из 14 миллионов вы будете очень долго ждать, когда кто-то придет и радикально изменит вашу жизнь, какое-то техническое устройство придумает или еще чего-то, которое изменит жизнь людей. Вы этого не дождетесь. Нужно как можно больше количества населения. В сегодняшний момент людей не хватает. Рабочих рук, думающих людей не хватает. Мы сформировали общество потребителей. Тех людей, которые не являются активными членами, развивающие социальную среду. То есть мы создали для себя условия, когда человечество обречено на гибель. Вот сейчас мы обречены на гибель. Если пройдет какое-то время, будет вымирание, будет голод, будет уничтожение огромных количеств населения. Гегемон уходит, Америка. Слабеет, она будет дальше слабеть, Западная Европа, которая создала вот эту глобальную цивилизацию на поверхности Земли. Но она создала глобальную цивилизацию по определенным правилам, когда она центр, а все остальное обслуживает этот центр. Когда центр рушится, начинается брожение, то есть вот это вот сильной руки уже нету, то есть административно-командная система. Это пирамида, вот, где вот этот глаз, это элита, который управляет остальным. Вот когда эта часть отрезается, все остальное начинает рассыпаться.
Но нам нужно создать пирамиду другого свойства. Она должна вот, вот такая быть пирамида. Вот вверху элита, это все общество. А все остальное, оно, меньшинства там, это деклассированные элементы, те, которые не могут адаптироваться, которые, которые пытаются подтянуть их до уровня вот этой вот части верхней. Вот пирамида должна быть перевернутая. Вот тогда мы сможем достичь именно благоденствия и процветания. А это может быть только под землей. Еще раз говорю, вот других вариантов я не вижу сейчас на сегодняшний момент. Или же мы будем вечно бороться с климатом, тратить ресурсы. И все в результате будет уход. То есть здесь условия создадутся такие, которые нарушат вот эту вот эволюцию человека, человечества. То есть это в результате естественный отбор. Естественный отбор, наша внешняя среда – это социальная среда. И вот, вот это вот состояние среды является фактором естественного отбора. То есть люди будут глупеть, дуреть, будут подвержены вредным факторам и так далее. Будет большая смертность, онкология, голод и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы эти факторы будем иметь, и у человечества будет сокращаться. Будет сокращаться, будет замедляться технический прогресс. Будет замедляться технический прогресс, все меньше и меньше достижений этого прогресса мы будем использовать в своем обиходе. Нам сейчас хорошо. Сейчас наступил золотой век человечества. Он только-только в начале находится. Для того, чтобы он продолжался, нужно развивать технический прогресс. А чтобы развивать технический прогресс, нужны ресурсы. А чтобы эти ресурсы должны не просто быть человеческим материалом, они должны быть квалифицированным ресурсом. Они должны быть образованы, они должны иметь широкий взгляд, широкий кругозор. Они должны быть активными членами, то есть это должно быть гражданское общество. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот тогда мы сможем двигаться дальше. Тогда мы можем перейти вот в эту стадию техномагическую, так называемую. Вот то, что мы сегодня создаем, магические машины, это только-только начало. Самая-самая маленькая как бы основа, вектор, куда мы показываем, куда нужно идти человечеству. Вот когда мы это все создадим, вот, а это идет очень тяжело, очень сложно. Вот, и у нас есть и периоды затишья, когда люди уже перестают интересоваться тем, что я говорю, и так далее, и так далее. Да, все хотят услышать новые лекции и так далее, развлечься, но я не говорю о развлечении, я говорю о серьезных вещах, о которых должен задуматься каждый. Если мои идеи, они пойдут дальше, то мы спасемся. Вот если мы сейчас начнем делать вот то, что я говорю, вот, то мы через некоторое время окажемся в идеальных условиях. То есть мы обретем тот комфорт жизни, о котором я говорю. Вот. Мы обретем действительно рай на земле, и то, что говорится в священных книгах, это будет реализовано. Эти идеи, они старые, вот то, о чем я говорю, да, я о них читал лет 30 или 20 назад, именно создание подземных городов. Вот. И сейчас это стало актуальной проблемой, проблема климата. Климатические вещи, вот эти самые. То есть мы даем технологии, которые сейчас позволят минимальными ресурсами, еще раз подчеркиваю, не затрачивая огромные ресурсы на энерговооруженность, создавать для себя комфортную жизнь. И это и экономичные обогреватели. Не надо греть атмосферу, достаточно нагреть тело внутри человека, создавать одежду, обогреватель, который будет греть и который будет создавать любых условий. То есть вам не нужно будет отапливать жилище до температуры, например, 25-26 градусов. Вам достаточно иметь жилище, например, 18-20 градусов. А все остальное вы будете использовать экономично для себя, то есть греть. Вы будете экономить и на ресурсах по обогреву. Вот. А если вы выроете для себя вот это подземное жилище, то вам и на это не нужно будет тратиться. То есть там будут поддерживаться за счет очень небольших устройств именно оптимальные условия для вашей жизни. Там не будет задувать ветер и так далее, и так далее. Там будет стабильная температура круглый год. Представляете, какое это счастье, какая-то радость для человечества. Да? Хочешь погулять? Вышел, поднялся по лестнице на лифте, вышел пару часов и снова спустился вниз, а у тебя там стабильная температура. Тем более, если мы уйдем еще глубже, да, где-то на глубине 500 тысяч метров, там стабильная температура. Вот. То есть мы можем выбирать, то есть строить именно
такие вот как бы термосы внутри, вот, и затрачивать минимальную энергию. Вот. И вот это вот даст огромный стимул и скачок в человеческом развитии. Мы получим большое количество времени, которое будем тратить на созидание, на задачи созидания. Мы будем думать о том, как улучшить нашу жизнь, как сделать добро своему соседу, тем, кто рядом с нами, потому что это будет очень такое вот скученное существование, ну, в кавычках. Оно будет, конечно, там можно и делать огромные пространства, в которых мы будем учиться жить друг с другом. Вот. И, соответственно, мы сможем потом полететь в космос и достаточно долго существовать в таких условиях. Вот то, что я хотел сегодня сказать. Я коротко выразил свою идею. Вот. Я назову это цивилизация любви. Это действительно так. То есть мы говорим о гуманности человека и человечества. Прежде всего человека. Вот мы должны начинать с себя. Еще раз говорю, образовывайтесь. Приобретайте у меня манифест. Там основа, база вот этих всех знаний, о которых я здесь говорю. Изучайте, потратьте на это время. Вот, и включайтесь в созидательную работу. Вот эти идеи, которые я здесь декларирую, вы можете двигать дальше, там, кому-то рассказывать, кому-то показывать, передавать ролики и так далее. Мы должны сейчас подготовить вот эту почву для вот этого скачка цивилизационного. Вот сейчас это главная наша задача. Вот мы хотим организовать и Маленков-центр. К сожалению, ушел мой соратник, близкий друг Андрей Георгиевич Маленков, с которым мы прорабатывали эту концепцию на сферного развития. Вот, сейчас организуется Маленков-центр. Мы сейчас собираем ученых, прогрессивных ученых, которые бы именно сформировали вот этот теоретический и философский базис новой цивилизации, которая, в которую мы должны вступить. Вот это вот должно в ближайшие годы сформироваться. У нас не осталось времени. Потому что тенденции нарастают, вы видите, что мир сошел с ума, что мир вваливается в глобальную катастрофу, где будет бесконечно полыхать война, друг друга, мы друг друга перебьем, прежде чем сможем что-то изменить. И сейчас человечество нужно поднимать простым людям. Я обращаюсь прежде всего к простым людям. Те, которые живут в обычных домах, в любой части земного шара. Я не разделяю людей на хороших и плохих. Я апеллирую к человеческому началу, к душе человека. Вот, потому что это единственный путь достучаться до каждого человека. Я сейчас отбрашиваю политические взгляды, религиозные и прочие все. Я уважаю любую религию, любой политический взгляд, вот, но я призываю людей именно одуматься, посмотреть вокруг себя и стать на другой уровень развития. Развитие, с которого можно совершенно по-другому посмотреть на любого человека, да, то есть не с точки зрения конфликтной, типа я тут главный, а вы тут все должны мне подчиняться. Вот этого категорически не должно быть. Каждый человек должен понимать свое место, то есть вот эта мозаика общего существования, она должна сформироваться в мировоззрении любого человека. Вот когда это произойдет, когда ты будешь видеть свою роль, пусть она будет небольшая, да, пусть ты подметешь улицу или испечешь хлеб, или еще что-то сделаешь, да, но ты будешь понимать, что ты главный в этой системе. Без тебя эта система не может существовать. Вот тогда ощущение вот этого глобального, масштабного, оно будет, во-первых, в каждой душе человека, и он не будет говорить об унижении, да, профессиональном, да, что вот я там дворник, я там хлебопек, а я там водитель и так далее, и так далее. Это не важно абсолютно. Важно вот это видение и вот этот взгляд на вещи, на взгляд на социум, как общий механизм и общее существование всех людей в едином коллективе. Это живая клетка, которую мы должны сформировать и которая будет жить и будет называться новой цивилизацией, цивилизацией любви. Спасибо за внимание, до новых встреч, подписывайтесь на мой канал, голосуйте за мой ролик. Вот, надеюсь, я вас вдохновил, не отчаивайтесь, не расстраивайтесь, смотрите вперед,
смотрите в светлое будущее. Я обрисовал для вас, как оно может выглядеть. Это одна из версий, естественно. То есть это как бы человечество само будет принимать решение. Я просто дал некое представление о том, как мне видится будущая цивилизация. Вот. Ну, а вам уже решать, что строить на этой земле. Спасибо за внимание. До новых встреч.